звон колоколов, начинается дождь, но мы добежали до хостела методом как бы понимания жестов. А я бы хотел сказать, чтобы вы угадали, где я нахожусь, а там наверху написано. Уже легко угадать. Ладно, зайдем в хостел, глянем, что там за хостел. Уже как бы много хостел видео вылаживал, посмотрим, какой это хостел. А потом, если успеем, пойдем в центр, бо там какой-то движ. Праздник какой-то сегодня у них. Ну вот, вот наконец-то мы добрались до хостела этого. Конечно, ступеньки, как видите, просто супер. И выкатываешься прям ту-ту, и ты уже на улице. В общем, пить сказали не надо, а можешь только травушку-муравушку. Конечно, за такие цены хостел, конечно, мы видели получше. Заплатили. О, автограф какой-то надо вставить свой. Как видим, стены чистые. А главное, музыка у кого-то играет позитивная. А, это по радио сверху, ёпрсоте. Это что, никто не нервничал, такая музычка играет. Это наш номер. Ой, извините за качество, быстро иду. Магнитный такой ключик. Оп, сработал зелененький свет. Открываем. И говорим, вау. Комната из двухъярусной кровати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 кровати. Просто 10 кровати. Двухъярусных, нафиг. Короче, на 10 человек, извиняюсь. 10 человек в такой маленькой комнатке. Ну, так чисто просто переночевать. Есть какой-то он еще мотороллер. Главное, вид с окна, сказали, очень хороший. Пообещали. А здесь, а, ой. Ой, чуть-чуть не то, что ожидали. А разве что эти часы красивые в том стеклянном теплице. И уже дождь. Но главное, что я успел добраться до хостела. Правда, в магазины неизвестно, как добежать. А кушать то охота. Ну ладно. В общем, как вы думаете, сколько я заплатил за сутки за этот номер? Напишите. А я потом отвечу, сколько стоит сутки. А, сейчас холл сниму внизу, пойду еще. А, самое, что здесь приятное, это талисман путешественника. Это новый напарник мой. Та-дам! Сказали он, чтоб не нервничать. Там, как все там паня называется. Короче, его внутри какие-то приколы. Даже не знаю, как его давить с такими красивыми глазами. Так, пойдем глянем холл их. Вот, зайдем в наш прекраснейший хостел. Встречает нас, что здесь? Картинка. Сразу на входе, как видим, бильярд. Можно погонять. Пивко попить, отдохнуть. Не знаю, что там за прикол. Это кто проигрывает? Не знаю, что это за прикол, конечно. Ну какой-то прикол. Именно так посидеть. Опа. Здесь смотрящий за хостелом. Ты шо, Лена? Ты клёнаш нервничай. Я в шоке. Телек, ну именно так вот приехать, отдохнуть. Барная стойка, работает лёлик до 10 вечера. Игры всякие, книги. Не знаю, наверное, кто здесь был, наверное, всякие мероприятия. Книги.
всякие игры. Опа, кинул кубик. И игра началась. А что ж тут у нас интересно? Опа-на. Опа-на. Ну, типа нарды. Ты что так на только крышечке? Я в шоке. Знаете, что за игра? Кто шарит? Ну, это вытягивать, это приколы, кто у кого упало, тот и пьет. Ну как бы за такую цену. Хоть хостел не очень, но можно отдохнуть, попить пивко, поиграть в бильярд. Это кто ставил вещи, остаются здесь. Ну и как в Beverly Hills игрушка. Есть напитки, алкогольного нету. Ну, сказали, что можно с собой поносить и здесь наслаждаться отдыхом в хостеле. Ладно, пока дождя нету, вот когда пришли дождь был. Пойдем прогуляемся, глянем, что там еще интересного у нас.